времени суток, с вами Данил Арышкин, и это срочное включение. Сейчас уже первый час ночи, началось 26 декабря, и 11 суток уже YouTube морозит блогеров. Он отключает монетизацию, и вы, возможно, как пользователь, могли это заметить. Если вы рядовой зритель, то вы этого не замечали. Но это, черт возьми, жуткое неудобство, которое YouTube, блять, на нас вдруг ссылает. Это вы подарочек перед Новым годом, да? И знаете, что пишет сам YouTube? Вот, чтобы не лукавить, господин Дмитрий Шишкин, профессионал, видимо, из YouTube, пишет, что «Приветствую! В таком случае попробуйте выполнить действие чуть позже». Какой он молодец! Среагировал 15 декабря. А что же дальше пишет наш господин Дмитрий Шишкин? Переходим по похожим темам. Приветствую! На данном этапе инженеры изменяют алгоритм работы подключения к партнерской программе, поэтому стоит выполнить действие чуть позже. К сожалению, пока нет сроков, когда все восстановится. То есть вы понимаете, да? Сроки восстановления монетизации и получения дохода с YouTube могут просто растянуться на ту его кучу времени. И какой вот смысл нам, блогерам, вообще что-либо снимать? YouTube, ты понимаешь, что после этого не будет новых видео, а значит не будет новой интеграции в рекламе? И значит, ты будешь постепенно загибаться. Да, от таких блогеров, как я, доход никакого. На моей партнерской программе пока что заморожено всего лишь 60 центов, и я не прогорю с голода, потому что у меня как бы работа есть. А это как бы мое хобби. Но хотя это стиль жизни, твою мать! А если ты у больших блогеров будешь отключать, что скажет тот же самый поебаечка ваш любимый, а если вы у него отключите? Да он с говном сожрет. Короче, YouTube, давай-ка быстренько исправляй проблему. А ты, зритель, тоже распространяй это, чтобы Google в жопе у себя пальцем не ковырялся, а исправлял все-таки проблемы, реальные проблемы, а не выводил в тренды какое-то говно, которое нахуй никому не сдалось. И подписывайся на канал, здесь говорят правду.